съемки. Че, сделал что? Настроение боевое. Хотим дальше побеждать и играть лучше. Пропустили 4 гола с Екатеринбургом. Я думаю, разберемся, чтобы не было таких ошибок больше. А ваша тройка вот свой микроматч проиграла, но начали здорово. Это расслабленность ваша была какая-то или, в общем-то, мастерство екатеринбуржцев сыграло там? Я не знаю, сегодня нам все расскажут, какие мы ошибки допускали. Голы забиваются из-за ошибок. Сегодня все посмотрим на собрании. А что знаете об Югре? Команда немножко усилилась в этом году. Насколько сложно было здесь, в Ханты-Мансийске, играть? Ну, игра хорошо играет. Выиграла 2 игры подряд. Я думаю, будет непросто играть с ними. Югра выиграла 2 матча Ярославль, выиграла Атлант, по-моему. А говорит ли это, что Югра – это достойный, серьезный соперник? Ну, как я и сказал, все достойные соперники в КХЛ. Ну, естественно, команда, победившая 2 игры и с серьезными соперниками, такие как Локомотив и Атлант, заслуживает уважения. Поэтому, естественно, мы к этой игре будем готовиться серьезно и будем стараться, естественно, победить. А будете смотреть там, я не знаю, видео как-то, вот, какие схемы там все рисовали? Вот в чем это все проявляется? Ну, это наша работа, просматривать игры. Мы не просматриваем одну, просматриваем другую, не просматриваем. Мы всегда просматриваем все игры, чтобы донести до ребят, как играет команда, что лучше сделать, как играют они в большинстве, в меньшинстве. То есть это все доносится до команды, а тренерский штаб смотрит эти игры прошедшие и делает выводы и доносит до команды.